словах, спрей Тимурова не советую брать. Значит, я брала его, наверное, позапрошлым летом, пользовала в разное время года, по чуть-чуть. В общем, вместо того, чтобы убирать запах пота, он усиливает вот этот спрей. Я немало средств перепробовала за всю свою жизнь, но мне кажется, что здесь что-то глобально не так изначально в замысле было. Вот, и еще два слова добавлю, как говорится, в бочечку меда, который как бы, ну фикс, все любят, и я его люблю. Но дело в том, что я где-то нашла на ютубе видео давным-давно, и в общем там такая тема, как бы голова фирмы находится, ну, предположительно на Кипре. То есть даже если вы побрызгаете, у вас отвалится нога, как бы спрашивать будет не с чего и не с кого, потому что люди живут в другой стране. Вот, голова зарегистрирована в другой стране. Ну, в принципе, после того, как вот у Ходорковского отжали предприятие и передали его государству, как бы все умные люди теперь, как бы компании зарегистрированы в других странах, включая Литуаль, например, там, Фикс прайс тоже. Ну это так, просто чтобы вы в курсе были.